Если идея будет поддержана, то фонд «Росконгресс» будет отвечать за проведение трех крупнейших экономических форумов в стране – в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи. В администрации Краснодарского края, как сообщает РБК, подтвердили возможность смены технического оператора мероприятия. Однако окончательное решение примет оргкомитет форума, в который входят федеральные и краевые чиновники, губернатор края, мэр Сочи и другие лица. «Росконгресс» был создан в конце прошлого года на базе фонда «Петербургский международный экономический форум». До прошлой осени фонд организовывал лишь форум в Санкт-Петербурге. В октябре ему передали и Восточный экономический форум. Передача «Росконгрессу» форума в Сочи, который обычно проводят в сентябре-начале октября, может привести к переносу его сроков. Возможно, на февраль, рассказали изданию три чиновника. Причина в том, что сроки Восточного и Сочинского форумов в прошлом году почти совпали. Это стало серьезной проблемой для приглашенных высокопоставленных чиновников. Кроме того, по мнению экспертов, размывается повестка мероприятий. Отмечу, что в конце прошлого года депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли постановление о переводе главного медиацентра в Сочи из краевой в федеральную собственность. Именно на площадке этого объекта в 2014 и 2015 годах проходил инвестиционный форум.